Всем привет, мои дорогие подписчики! Сегодня 31 декабря, это последний день 2015 года. И я сижу сейчас здесь под нашей елкой огромной с Дедом Морозом и пока еще декоративными подарками, чтобы поздравить вас с наступающим Новым годом. Я очень хочу, чтобы вы все были счастливы, здоровы и любимы. Я хочу вам пожелать в первую очередь здоровья, потому что будет здоровье, будут силы на новые свершения, на новые успехи, на достижение новых целей. Здоровье – это залог успеха. Хочу, чтобы были здоровы вы и ваши близкие. Хочу вам пожелать в новом году только верных друзей, которые всегда будут сопровождать вас, быть с вами и в горе, и в радости, помогать вам в трудные минуты и радоваться, а не завидовать вам, когда у вас все хорошо. Хочу пожелать, чтобы вы нашли вашу вторую половинку. А если у вас уже есть вторая половинка, хочу пожелать вам счастья, чтобы вы были любимы и любили. Хочу пожелать, чтобы вас ценили, уважали, дорожили вами. Также хочу каждому моему подписчику пожелать счастья. Но только счастья не такого, знаете, как вселенского масштаба, а счастья каждого для себя. То есть кто-то будет счастлив, если у него будет радиоуправляемый вертолетик. Кто-то будет счастлив, если он станет поп-звездой. Кто-то будет счастлив, если он наконец-то добьется поставленной цели. Так вот, я желаю каждому из вас своего собственного счастья, чтобы каждый получил в новом году то, что он хотел. Если у вас в 2016 году возникнут какие-то проблемы, то я вам желаю, чтобы они были легко преодолимыми и приносили только счастье и уверенность в себе, в том, что вы сможете решить их, чтобы у вас были только положительные новые эмоции от того, как легко вы с ними справляетесь. Желаю, чтобы в новом году ваши поставленные цели, ваши желания всегда сбывались. Желаю вам всем сегодня быть самыми красивыми, самыми очаровательными, самыми неотразимыми. Желаю, чтобы вы встретили этот год с улыбкой, с счастьем в душе. Желаю вам, чтобы Дед Мороз принес вам только то, что вы хотите. Желаю, чтобы все ваши новогодние мечты, предновогодние желания исполнились в эту ночь. Тем, кто весь день готовит, желаю, чтобы у них получился самый вкусный ужин, который только может быть, чтобы все гости были довольны, сыты и рады. Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Будьте счастливы! Я вас всех очень люблю и ценю каждого из вас. Спасибо вам за все! С наступающим!